Так. Понятно? Нет! Молодцы! Идем дальше! Так. Понятно? Нет! Да ёб твою! Умницы! Идем дальше! Так. Да, и кстати, у нас в понедельник будет маленькая контрольная работа. Так что готовьтесь, а не то вам пиздец. Блин, тупая мобила. Да, алло? Блин, контроль, это хреново. Хотя, фиг с ним. Я лучше как себя подготовлюсь на выходных. И все будет чики-пуки. Игнатский, я вас ничего не понимаю. Да ну нафиг. О, блин. Шестой раз прошел принц Перси. Пора я начинать готовиться. Ну то мне будет полный пиздец. А? Что за... Чё вчера было? Башка болит. Сейчас я знаю отличное средство от боли. Holy shit! А, старый добрый Даркэд. Но надо не забыть подготовиться к химии. А то шандец мне. Всё, 6 часов железно сажусь за учёбу. Ну, может быть 6:30. Это максимум, это все, это предел, максимум. А, ёб твою мать, я уже должен быть в школе! А ну-ка, шестан, отвечай мне! Ты готовился, а? Заставляю мою решать на тебя! По мне что, не видно что ли? Блин, ни хрена ж непонятно. Итак, Анама, можете приступать. Окислитель мне в реакцию. Придется использовать древние шаманские обычаи. Эники-беники, или вареники, эники-беники. Что там дальше-то? А хрен с ним, поставлю Б. Господи, помоги мне. Все, полный звездец. И сам не понял, что отвечал. Я тебе говорю, 100 раз уже так делал. Че, думаешь, прокатит? Все нормально, погнали к тебе в PlayStation, зарежемся. Нет, это игры довели меня до этого. Я больше никогда не буду играть в них. Никогда! Опа, 4, зашибись. Из этого следует самый великий в моей жизни вывод. Рубай сколько хочешь, сиди за компом днем и ночью, ни хрена не учи, и все прокатит. Ну нахрен эту химию. У-ху-ху. Упс. А, что за тепила нам она? Чтоб завтра пришел с родителями в школу. Вернее, на ее руины. Фак, че за фигня? Это все потому, что ты... Лошара, нахуй!